Он родился в Сумгаите, получил церковный сан. Бабы водочки любитель, сарамсахский сарбазан. Покурить любил сигары, баловался анашой. И шушу нещадно грабил под спрогнившей душой. Продавал в шуше квартиры, набивая свой карман. Катался он по миру, понтовался средь дырмян. Нету света, нету газа, в Сарымсахе денег нет. И за 10 штучек грязу заказал себе паркет. Как шушу мы возвратили в Сан-Франциско, он сбежал. Демонические силы в поражении обвинял. Огромное количество демонических сил, которые воевали. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие не поверят в это. У меня есть факт. Но это мы с вами можем отделить. Да, именно демонические силы. В Сан-Франциско вечерами погулять хапух любил. Водку там лакал с ворами, типа сердце он лечил. Гаря в США не знает, сарымсахский сарбазан. В Карабах не заезжает, видит в снах он хырдала. Канджаля. Бергулава. Джик, джик, джуджаларин.